Малыш, у меня спинка грязная? Да вроде все нормально. Ой, ты уже снимаешь? Да, Мурочка. В смысле снимаешь? Вы просто такие милые, когда готовитесь к съемкам. Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка». Пупся, ты готова? Ничего, мне не надо. Это почему? Ты взгляни, какие заколочки. Выбери себе. Пафи, ты уже одела заколочку? Пупся, смотри, какие они милые. Просто няшные. Девчонки красивые, когда наряжаются. Что, правда? Думаешь, заколочки помогут? Ну давай эту розовую большую. Пупся, а с чем помогут? Я не понял. Все помогут! Ну что там, Ань, покажи! Ну не знаю, Мурка, что думаешь? Хорошо, померяй еще какую-нибудь. Какую? Они мне все нравятся. Ну, облачко ты уже мерила. Так, Мурка, из-за тебя ничего не видно. Давай с единорогом померяем. Хорошо, давай. Нравится единорожек? А он съедобный? Нет, конечно. Давай я поменяю. Вот, смотрись. Ой, нет, нет, что-то не то. Пупся, посмотри, какой тут цветочек есть. С бриллиантиком, розовенький, миленький. Ну не знаю, давай попробуем. Но все равно, мне кажется, это не поможет. Пупся, очень красивый цветочек. Не понимаю, что тебе не нравится. Посмотрись в зеркальце. Ну, милашка же. А где ты такое зеркальце интересное взяла? Может, ко мне в комнату такое поставишь? Ну хорошо, поставлю, если хочешь. Договорились. Что-то я не вижу свою заколочку. Она вот тут, за ушками. Эй, не снимай! Хорошо. А ты что, Пусенька, решила? Не знаю. Мне кажется, я все равно какая-то лохматая. Ну давай померим последнюю. Если и она не подойдет, то я не знаю. Все равно ничего не поможет. Я все равно лохматая. Пупся, так проблема в этом. Ну да. Чего я, по-твоему, заколки меряю? Думали, тебе просто заколки не нравятся. Очень даже нравятся. То раз проблема только в этом, то пусть тебя Анюта подстрижет. О чем говорите? Аня, а ты что, сможешь меня подстричь? Ну, я могла бы попробовать. Так, у меня есть ножницы для стрижки. Как это тебя подстричь? Наверное, надо заколоть верхние волосики такими хваталками. Чё за хваталки? Чё они такие большие? Мурка, ты опять весь кадр заняла, ты в курсе? Мне просто интересно. Ну хорошо, хваталки — это заколки, захваты. Они, видишь, не так крепко цепляются. А, поняла. Ну все, Мурка, иди. А что у тебя тут еще есть? Ого, сколько всяких инструментов. Ань, а ты стригла раньше кого-нибудь? Попс, а Андрея постоянно стрижет. Андрея-то да, а собак не стригла. Пупс, давай расчешемся для начала. Смотри, какая у меня расческа. Ой, Анют, она же не подходит для моих усов. Слишком много зубчиков. Дай-ка я ее исправлю. Сейчас откусу пару зубчиков, и все будет нормально. Так-так-так, я все поняла. Просто кто-то не хочет расчесываться. Ну да. Ладно, если не хочешь расчесываться, у меня есть еще вариант. Что за новая расческа? Это кисточка. Давай тебя покрасим. Ой, нет-нет. А что, покрасили бы в розовый тебя? Так, отдай мне ее. Чур, никаких покрасок. Ну, как скажешь. Малыш, может, тебе цвет волос обновим? Покрасим голову, спинку, бочок. Покрасили бы лапку в другой цвет. Анют, ты что? Это меня никто из подписчиков не узнает. Ну, тогда ты, Пупсяша, остаешься. Или все-таки тебя, малыш? Не, не хочу точно. А вот Пупсяша розовый подойдет. Вы что, все сговорились с этой кисточкой, что ли? Ладненько, Пупсяшка, мы с малышом просто шутим. Никто тебя красить не будет. Фух, как хорошо. Я уже поверила вам. Пупсяша, давай вернемся к теме стрижки. В парикмахерских используют вот такую брызгалку, чтобы легче было стричь. Давай тебе покажу. Ой-ой, что это такое? Откуда взялась вода? Это Аня на тебя брызгает. Да я вижу, что Аня. А почему столько много капель? Сейчас все капли словлю язычком. Ой, их слишком много. Так, тут водный след. Интересно, куда он меня приведет? Привет, зеркальце. На тебе так много капелек? Пусенька, ты такая мокренькая и миленькая. Спасибо, Анют, я тут капельки собираю. Да не собирай, смотри, как их много. Мне для тебя ничего не жалко. Пупся, ты вся промокла. Да я тут пытаюсь вытереться. Анюта, не брызгайся, пожалуйста, на Пупсю. Хорошо, батюшка. Где же мне найти подходящее место, чтобы вытереться? О, придумала, диван. Да, Пупся, самое подходящее место. Пупся, ну что, ты уже высохла? Дай-ка проверю. Подожди, Пафи, я хочу посмотреть на эту Анину штуку с водой. Ань, покажи мне ее, пожалуйста. Пожалуйста, смотри. Пахнет вроде обычно. Отсюда брызги, внутри вода. О, капельку лизну. Бафи, я разобралась с этой штуковиной. Ты все поняла? Ой! Простите, просто не сдержалась. Решила вас немного разыграть. Нашим ребятам нравятся милые розыгрыши. Да, не да. Кстати, розыгрыши — это круто. Эти заколочки мне не помогли. Надо придумать что-нибудь другое. Пупсенька, мы с тобой уже попробовали все, что было дома. И расческу, и кисточку, и все заколочки перемерили. Но ничего не помогло нам сделать тебя менее лохматой. Может, давай съездим в специальную парикмахерскую и аккуратненько тебя подстрижем. Заколочки действительно не помогли. Я на вас так надеялась.
нет, мне в Трав надо доехать. Я никогда не была в таких парикмахерских. Не бойся, я же поеду с тобой. Ну, если ты со мной, то поехали. Анют, а нам далеко ехать? Нет, пупсенька, пару минуточек. Ну хорошо, тогда я полезу в переноске. О, мы приехали. А почему здесь нет очереди? Пупсенька, потому что мы пришли по записи в назначенное время. Ой, как страшно, как страшно. Привет, милашка, я твой парикмахер. Я тебя сфотографировала, чтобы потом ты посмотрела, какой ты была. Сейчас я покажу инструменты, которыми буду тебя стричь. Ножнички, расчески, чесалочки и еще одни ножнички. И такая машинка для твоих волосиков. Ой-ой-ой, еще машинка какая-то. Пупсенька, не переживай, я же дома показывала тебе машинку. Она была не страшная, и это тоже. Анют, я попробую не бояться, но не обещаю. Ой, эта машинка ко мне приближается. Пупся, понюхай, пожалуйста, ее. Эти запахи мне не знакомы, но ничем необычным она не пахнет. Анюта, ты была права, эта машинка не страшная, как и те инструменты, мне кажется. Хорошо, понюхай еще вот здесь. Тут тоже все в порядке. Анют, я не боюсь эту машинку. Отлично, пупсенька, ты хорошая девочка. Пупсяша, сделаем тебе модную стрижку. Начнем ее с твоих прекрасных лапок. А для того, чтобы ты случайно не упала, наденем на тебя удобный поводочек. Ребят, он и вправду удобный, только я не понимаю, что происходит. Давай поставим тебя бочком и расчешем твою лапку. Анют, ты здесь? Да, пупсенька, я здесь. Я все время буду рядом, чтобы тебе не было страшно. Конечно, красивая. Твоя спинка будет гладенькая и шелковистая. Это хорошо, мне так нравится. А что там по лайкам? Все отлично. Анюта сказала, что по лайкам все отлично. Спасибо, что поддерживаете меня в такой необычный и страшноватый момент. Пупсенька, наши ребята добрые и отзывчивые. И поддержать такую милашку, как ты, захотят многие. Спасибо, ребята, еще раз. Благодаря вашей поддержке мне уже не так страшно стричься. Да, пупсяша, выглядишь ты все лучше и лучше. Пупсенька, ты постой. А я тебе животик подстригу. Хорошо, а что это за труба такая? Так, еще немножко. Ну вот, все готово. Ура, а что дальше? Дальше немножко расчешем тебя. Ребята, смотрите, сколько у меня волос было и какая я лохматая ходила. Но совсем скоро я буду модная собачка. Ребят, мне же совсем не страшно. И мне нравится эта тетя-парикмахер. Она добрая и всегда говорит, что я молодец. А еще она вкусно пахнет. Остались последние штрихи, и прическа Пупси будет готова. Ну все, Пупсяша, я закончила. Большое спасибо. Ну что, поехали удивлять котов? Мы приехали домой. Котята, вы готовы увидеть Пупсю? Встречайте! Всем привет! А кто это? Это Пупся, что-то не похоже. Давайте я достану и поближе покажу Пупсеньку. Не Даша, Пупся! Малыш, ты внимательней посмотри. А кто там к нам приехал? Батюшка, это я Пупсю после стрижки привезла. Ого! Ребят, посмотрите на Пупсю. Мне кажется, она скинула половину своих килограмм и стала очень стройненькой. Мне, например, очень нравится, как Пупсю постригли. Спасибо, Анюта. Я теперь модная собачка. О, я же еще Бави не показывала свою прическу. Бави, ты где? Я тут, Пупся. Иди сюда. Ого, это ты, что ли? Ну да, а вам что, всем не нравится? Очень нравится. Я в шоке, какая-то красотка. Прям как собачки из журналов. Что, правда, как из журналов? Пойдемте тогда комментарии смотреть. Ребята, последние два видео у нас были в поддержку канала Познаватель. Поэтому спасибо всем за такие добрые комментарии. Вы большие молодцы. Канал с Валеркой не удалили, поэтому, я думаю, самое страшное позади. Теперь мы только ждем, что же за большое видео готовит Познаватель. Ну а пока что давайте посмотрим, как там зверушки. Ребята, сегодня вы посмотрели, как меня в первый раз постригли. Классно постригли, кстати. Спасибо, малыш. И вы меня очень поддерживали, когда мне было страшно. Спасибо вам еще раз. Ребята, на сегодня у нас все. Сейчас я хочу вам всем показать свои фотографии до и после парикмахерской. Так что не разбегайтесь и напишите в комментариях, что вы думаете про мою прическу. Вам прическа. Но на сегодня все. Всем пока и до скорого.